семья – это не только там ячейка общества. У нас, у русских людей, совершенно исказились, к сожалению, понятия в результате вот трагического 20 века, то, что на манифесте коммунистической партии было запечатлено вообще уничтожение семьи. Все социалистические утопии, они ведут к разрушению. И на этом пути сделано очень много. Ну, начиная, если вспомнить, там, движение «Долой стыд», или там с 22-го года мы первая на земном шаре страна, где были разрешены аборты, и до сих пор мы на первом месте в мире, и так далее, и так далее. Вот. Но кем бы человек ни стал, космонавтом, академиком, но если у него не лады в семье, он человек несчастный. А подлинное счастье являет вот этот фестиваль «Вера, надежда, любовь», когда человек может туда прийти, увидеть счастливые семьи, которые занимаются лучшей из форм самореализации. Это все свое сердце, ум, все свои таланты давать детям. И вот счастье народа, оно зависит от счастливых семей. И это в наших руках. И в этом есть благословение Божие. Семья – это не институт. Институт – это милиция, прокуратура, армия, там, судебная система. Это все институты, созданные людьми. А семья – нет, это создание Божие. Человек создан Богом не как просто индивидуум, а человечество – это не набор индивидуумов. Человечество – это семьи. Вот мужчину и женщину сотворил их, говорит нам Библия. И вот с этого и началось человечество. Нехорошо быть человеку одному, хорошо быть человеку в семье. Поэтому Бог сотворил и Адам, и Еву. По существу это одно человечество, но трехипостасная сущность человека, мужская, женская и детская, это и есть, собственно, семья. И вот возрождение семьи и все, что этому служит, это самая главная задача страны. И огромное счастье, что те, кто руководят страной, это прекрасно стали осознавать, и все больше и больше возникает такое понятие, как семейная политика. У нас даже в стране в 90-е годы один год просуществовало министерство, которое занималось делами семьи. Вот, а вообще это важнейшая тема, важнейшая. Есть семья, есть народ, есть государство. Не будет семьи, не будет народа и не будет государства. Рассыпется окончательная семья, рассыпется государство. И на этой земле будут жить другие народы, у которых семья не рассыпалась. То есть семья – это основа вообще бытия и основа земного счастья.